знаменитый Бальфур 2 Батьями. Скоро будет вообще, наверное, пустой. Нас всех выселят. По решению суда, как решение суда, Шария. Говорит, дом аварийный, жить людям тут невозможно, взамен нам ничего не предоставляют. То есть оставшиеся тут 45-50 человек, в основном инвалиды, малоимущие, пенсионеры, взамен альтернативы никакой не предлагают нам ничего. А после 7-го нам сказали так, что мы в любой день, час нас просто с МИ-2, у них есть разрешение выселить просто, взломать дверь и выселить. Куда неизвестно, например. У нас нету, например, я тут один в стране 18 лет. Почти 10 лет отработал в Шмире. Здоровье подорвано, сахар. На сердце операция была. Шунтирование. Так что я не знаю, что делать, например. Снимать даже студию за 2,5 плюс маклерский. У меня нет таких денег просто. Ни квартирных не платят, ничего. Поэтому без понятия. Все на нервах, не знаю, что делать. И так вот оставшиеся люди, так это все и понимают, что у нас нет альтернативы никакой. Хотя Батьями стоит здание, в котором, говорят, почти 10 лет, 4 этажа пустуют квартиры. Но они сказали, что там какая-то бумага не хватает у них, и нам не обещают дать эти квартиры. Хотя 4 этажа стоит пустых вообще. Это Амигур, это здание и лотереи. То есть они могут нам выделить, но они не предлагают нам ничего. То есть все бесполезно. 4 канала снимал у нас, 9 канал приезжал, 1, 2, 3, израильский. Газеты приходили, новости недели, идет охранот, мэрс приходил. Ни один представитель власти вообще не приехал, вообще. Ни партия «Наш дом», или я, вот эта русскоязычная партия, я за них 2 раза голосовал, зачем, не знаю. Написал по интернету Либерману, мне ответили с приемной, все нормально, спасибо, мы в курсе, и все. Написал Батьями «Дом инженера» по интернету, тоже тишина. То есть мы никому тут не нужны, понимаете. Вот активисты, ребята, занимаются нами. Кто-то приходит там, что-то помогает там, как-то документы оформить. Представители власти ни одного человека нет. Они хотят на выборы получить голоса. Чьи голоса они получать будут, я не знаю. Но мы голосовать больше за них не будем, потому что даже нет внимания с их стороны, вообще никакого внимания. У нас человек занимается, она подрабатывает метилхлоризмом, женщина, она хорошо знает и видит, она занимается, пишет бумаги уже 4-й месяц. Написано больше 50 писем. Представители Либермана, Натаньяху, в Иерусалим написали уже багаз даже. Ничего не делается, понимаете, вообще ничего, как будто люди не существуют. То есть мы для них пустое место, вот и все.